Юные казахстанские виртуозы, успешно выступающие в течение последних 10 дней на известных подмостках Старого Света, стали обладателями большого кубка заключительного концерта Международного музыкального фестиваля в Париже. Главный приз достался коллективу из Алматы – «Манбала». Наряду с казахстанскими ребятами в фестивале принимали участие музыканты из России, Франции, Польши и Германии. Заключительный концерт конкурса пройдет в Берлине, после чего юные виртуозы вернутся в Брест, а оттуда на родину с большим кубком и международными сертификатами на участие в следующем конкурсе. До этого мы уже являлись дипломантами и победителями многих конкурсов. Например, в рамках этого фестиваля уже завоевали гран-при в Польше, а сегодня мы доехали до Парижа, и мы очень рады очередной награде.